just for everybody. Dai, li tanto. Дорогие друзья, вы являетесь representative church, да, церковь. И здесь мы будем молиться Богу, хотя вы родственники одной, другой стороны. Мы иногда, или, может, часто в прошлые времена говорили для жениха и невесты о том, что вы будете так правильно одеты, чтобы люди могли быть открыты и благословить вас. Но иногда у нас меняются времена, и на сегодняшний день надо говорить вам, вы здесь будете молиться, мы будем благословлять, и это очень ответственное дело. Это не просто форма или обряд, вот здесь мы там 20, 30, 40 минут проведем времени, и потом будем просто пировать. Мы приехали сюда делать очень важное дело. Нам нужно благословить этих людей именем Господним. И нам нужно, чтобы на нас внимание обратил Господь, чтобы эта молитва была услышана. Поэтому каждый присутствующий, если вы чувствуете, что вы христианин, и вы хотите, чтобы ваша молитва была услышана пред лицем Божьим, мы должны так себя приготовить, как, помните, в свое время Господь обращался к народу израильскому, и Он говорил, ты должен так поступить, чтобы приобресть благоволение. Вот вы так поступите, чтобы Бог благоволение, Божий фейвор был на этом месте. Мы благоговению, в страхе Божьем будем совершать служение, будем молиться. Поэтому, пожалуйста, приведите каждый себя в должное состояние, чтобы могли с верой помолиться при лицем Божьем. А сейчас мы долгожданных наших молодых уже имеем здесь, и мы приглашаем, пожалуйста, пройдите сюда. Thank you.
Итак, Андрей и Дина, члены поместной церкви, они выбрали это место. Вы знаете, есть определенные условия, которые требовали поискать удобного места, где можно делать бракосочетание, и они его нашли, поэтому мы преодолели какое-то расстояние, чтобы сегодня быть здесь, на вашем празднике. И мы будем молиться Богу, призывать имя нашего Господа, просить Божьего благословения, но перед тем буквально пару минут, может быть, вы постоите, у нас есть вопросы, которые важно задать, чтобы мы могли, ну, так, просто, открыто, уже с верой молиться Богу, зная, что все нормально, мы будем благословлять эту чету, этих молодых людей, которые сегодня хотят вступить в брак. Андрей, есть много красивых девушек, но возле тебя вот Дина. Почему ты вот решил Дину взять? Что бы являлось вот мотивом твоего вот предложения для этой девушки? Любовь. Любовь. Слава Господу. Сестра Дина, почему ты ответила «да» для этого человека? Может быть, кто-то другой бы мог бы тебе подойти? Полюбила. Полюбила. Слава Господу. Родители, ваше благословение, как и благословение Божье, имеет очень важное значение, поэтому мы хотим знать ваше отношение к вот этому бракосочетанию. Мы уже задавали эти вопросы вам на обручении, но еще раз, вот здесь, это final, это уже все, больше мы спрашивать вас не будем. Вы благословляете вот вашу дочь, чтобы она вышла замуж за брата Андрея? Благословляете. Толя и сестра Вита, вы благословляете вашего сына Андрея, что он взял сестру Дину? Гости, родственники одной и другой стороны, а может кто-то, если не родственники, новые члены церкви, вы благословляете этих молодых людей, чтобы они сегодня вступили в этот брачный союз? Очень хорошо. Также и Бог, если они со своей стороны пройдут к Господу, они сделают все, что необходимо, сохранили себя или привели же свою жизнь в порядок, Господь лицеприятель, он также благословляет. Поэтому, братья и сестры, сейчас мы молимся, мы приглашаем нашего Господа Иисуса Христа на вот это служение, которое будем иметь на этом месте. Идем в молитве Господу. Отец наш, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы сердечно благодарим Тебя, Боже праведный, за все Твои милости. Благодарим Тебя, Господи, за Твою заботу, Господь. Мы благодарим Тебя за Андрея, за Дину, Господи, за то время, когда могли встретить друг друга, обратить внимание, Господи, Бог мой, полюбить, расположиться сердцем друг к другу. Благодарны Тебе, Господи. И сегодня на этом месте, Господи, мы так нуждаемся, что произошла Твоя работа. Аллилуйя, фанфрайзен, Господи, Бог, Твое служение. Твоя, Господи, благодать нас сойдет в соединение этих сердец. Мы очень просим, Господи, очень нуждаемся в Твоем благословении, в Твоем присутствии, Господь. Мы это просим во имя Твое, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Занимайте ваши места, ну а вы будете все стоять, вас даже и стулья нет. Приготовили. Вы знаете, сегодня здесь должно произойти вот чудо, которое делает только Господь. Когда люди женятся, это обычно, это не только в церкви. Мы знаем, что нормальное общество, оно состоит из семей, здесь как бы сказать, этой земле, и тем более церковь. Мы понимаем, что это дело от Господа, потому что Библия практически начинается с бракосочетания. И вот должно произойти чудо. Чудо состоится в том, мы уже говорили им, когда мы имели встречу недавно, перед вот этим браком, что до сегодня или вот даже до этого момента здесь находится Андрей и находится Дина отдельно. Они, конечно, физически так и останутся, но в духовном мире должна произойти вот такая Божья работа. Андрей должен умереть для себя и Дина умереть для себя. И они должны стать одной плоти, да? Муж и жена, одна плоть. И это работа Господня. Это не просто, как-то вот человек нарисует себе, можно сказать, какие-то правила, условия, вот я буду держаться этих правил, хотя мы будем говорить сегодня о правилах и условиях, буквально немножко.
Это очень важно и необходимо. Но если они не станут одно, если Господь не произведет эту работу, чтобы они стали одной плотью, никакие правила, никакие условия, никакое согласие, допустим, там договор, ничего не поможет. Но если Господь производит эту работу, и они становятся одной плоти, муж и жена, Господь их объединяет. И тогда еще и правила, и условия, которые написаны в Священном Писании, которые так нужны, необходимы для благословенной жизни от Господа, работают. Поэтому пусть Бог благословит. А вообще, еще раз хочу возвратиться к тому, что это то, что соделал Господь. Брак – это очень уникальное, благословенное дело от Господа. Я прочитаю один стих Священного Писания, написанного в Бытии, это первая глава, последний стих, 31 стих вот этой главы, здесь написано так. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Я думаю, что вы хорошо знакомы с Библией. Я думаю, не один раз многие из вас соглашались, ну все, я прочитаю Библию от корочки до корочки, и прочитали первую главу. Как дальше, уже неизвестно, кого-то до половины Библии, кого-то только какую-то часть, но первую главу вы читали много и даже учили наизусть, да? И вот вы обращали внимание, что когда вот Бог творил мир, то написано, и увидел Бог, после того, когда Он совершил, вот сотворил первый день, ну, небо и землю, и Бог увидел, что good, хорошо. И вот после каждого дня хорошо, хорошо. Все дело Господь очень, оно было хорошо. А вот уже шестой день, он там делится на таких два разряда. Сначала, когда Бог сотворил всех животных и также сказал, что хорошо. А вот когда уже мужчину и женщину, написано, что сотворим, Господь уже говорит от лица Троицы, это что-то совершенно другое. И он дальше, после того, когда Господь сотворил мужчину и женщину, а затем сказал, благословил их, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, и господствуйте над всем, что Господь сотворил, и питайтесь от того, что ну, принесет для вас земля. А потом Господь говорит, и увидел Бог, что very good, очень хорошо. И вы знаете, вот эта часть второй главе, есть немножко такое разъяснение. Там вторая глава, она говорит о том, что перед тем, когда стало весьма хорошо, very good, было что-то нехорошо. Вначале Бог создал Адама, оказывается. Первая глава, в общем, мужчину и женщину, но когда мы читаем вторую, Бог создал Адама. Он поместил в Едемском саду, в прекрасном месте. Здесь очень красиво, да? Очень хорошо, но я думаю, в Едемском саду, я не думаю, я точно знаю, что там намного лучше. Это было время до грехопадения, и, наверное, самая экзотика, самые красивые места на планете, они нигде вы не найдете, чтобы соответствовало той красоте, которую сотворил Господь. Да? Ему было очень хорошо Адаму, и Адам еще даже не подумал о том, что ему, наверное, там на самом деле и не совсем хорошо. А Господь говорит, что оказывается, нехорошо быть человеку одному. Диночка, тебе было хорошо у папы и мамы? Андрей, тебе тоже было неплохо, да? Не обижали тебя, да? Но однако, настал тот момент, когда ты понял, что папы хорошо и у мамы хорошо, но что-то не совсем хорошо. Это и Бог увидел. Адаму было хорошо, а Бог сказал еще нехорошо. А потом, когда Бог сотворил, опять же, такое, это чудо от Господа, неважно, тогда было population только один человек, а сегодня очень-очень много людей на земле, но принцип остается одним. Допустим, то, что вы встретили друг друга, полюбили, расположили своим сердцем, и мы об этом очень внимательно за это следим, это очень важно, но при всем этом Бог совершил эту работу, когда Адам уснул, он взял одно из ребер и закрыл то место плоти, а создал и вот Еву из этого ребра. И потом, когда он ее увидел, то он сказал, это плоть от плоти моей, кость от кости моей, она будет называться мне женой. Это совершил Господь. И вот когда вот это дело было совершено, то сам Бог посмотрел и сказал, что very good,
очень хорошо или весьма хорошо. Поэтому сегодня все, что до сих пор было у вас очень хорошо, ну, было хорошо, да? Может, не совсем что-то хорошо, но с сегодняшнего дня уже будет very good, да? Весьма хорошо. Поэтому мы будем благодарить Господа, что это дело совершает Бог. Господь заботится о том, чтобы устроить жизнь людей на земле. Господь позаботился о вас. Вы верите, да, что вот Бог вас водит? Что не потому, что просто вы полюбили, а это дело от Бога. Это очень важно, потому что когда вы будете проходить в жизни тесты, когда вот будете проходить проверки какие-то, где-то поставится на весы ваша любовь, и никогда не должна посетить вас мысль о том, что... А может быть, это просто мое желание, это просто мое чувство. Написано, что Бог верующих людей, которые принадлежат Господу, Он производит и хотение, и действия по своему благоволению. Поэтому полюбили, расположились друг друга. Это дело от Господа. Это дело благословляет Господь. И очень важно помнить, вот многие люди теряют ориентир, или вообще, если взять людей этого мира, то они даже это не знают. А вот христиане, которые понимают, что Бог их свел, чтобы быть вместе, а потом вдруг, может быть, теряет ориентир, где-то занимается очень много различной своей, как бы сказать, практикой жизни, как устроить красиво, быстренько быть этой жизни на земле, и вдруг где-то теряет ориентир, где-то уходит от Господа, и бывает проблема. Поэтому я хочу прочитать место Писания, как по отношению к вас. Слово Божье говорит, что вот здесь, вот в 2 главе, 24 стих книги Бытие, он говорит, «Потому оставит человек отца свою и мать свою и прилепится к жене своей, и двое будут одна плоть». Это то, что сейчас происходит между вами, но чтобы оставаться сильными, чтобы между вами никогда не происходило каких-то проблем, или даже если что-то и было, какие тесты, вы с Господом получали победу, проходили какие-то, такие сложности в жизни, и дальше шли с Божьим благословением, важно помнить следующее, мы должны крепко держаться Господа. И поэтому есть очень интересная такая как бы аллегория, это записано вот в книге «Экклесиаст», где очень так интересно говорит Слово Божье по отношению жениха и невесты, или мужа и жены, о их благословении, когда они находятся вместе, и очень большом, очень важной детали, это тогда, когда вместе с тем Господь, мы также прилеплены к Нему, мы также крепко держимся нашего Господа. Это важно, потому что если кто-то потерял этот ориентир, люди где-то сталкиваются с сложностями, порой не могут долго понять, почему. Может быть, мы очень друг друга любим, но, казалось бы, все так прекрасно и нормально, но что-то не ладится. А они могут понять, что люди где-то оторвались от Господа. Поэтому мой совет, чтобы при всем том, понимая, что вот эта любовь, эти чувства, то, что вас объединяет, это от Господа, при этом нужно держаться Господа вместе. Читаю Слово Господне, которое записано в Экклесиаст. Это благословение вот тех людей, которые вступают в брак. С 9 стиха, это значит 4 глава книги Экклесиаст, 9 стиха и дальше Слово Господне говорит так. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если один упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое и тепло им, одному как согреться? Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скручена, не скоро порвется». Вот здесь вот такое благословение, что двоим лучше. Двоим лучше, нежели одному. В этом есть цена. И он дальше говорит, вот им Экклесиаст, что тогда, когда есть сложности, есть какое-то обстоятельство, друг друга можно поддержать. А еще у нас бывает файтинг, бывает борьба. Кто-то восстает. Особенно, когда мы имеем благословение, устройство в нашем доме. Дьяволу не нравится, врагу сатане очень, очень не нравится, когда вот человек идет Божьим благословением, и он восстает на него. И вот когда один противостоит злу, не всегда у него хватает силы, потому что ослабевает. А вдвоем лучше. Один ослабел, другой поддержал.
Поэтому вот это очень большая цена. Вы будете разделять счастье вместе, вы будете разделять общение, вам будет очень хорошо и прекрасно быть вместе. Но если вдруг кто-то ослабел, вы молитесь за друг друга, поддерживаете, вы заботитесь. И когда вдруг враг восстает на ваше счастье, вы вместе можете стоять против него. И даже если кто-то больше подвергается какому-то нападке сатаны, жена может поддержать мужа, муж может поддержать жену. И смысл дальше говорит, и нитка втрое скручена. Речь идет о нашем Господе Иисусе Христе, о нашем Боге, что когда Он, как и мы, как вы, вот прилепиться должны быть очень близки, прилепиться друг к другу. Это такое вещество, которое очень сильно держит. Мы вчера в церкви об этом говорили, о том, что, помню, один пастор-американец объяснял, как вот, допустим, прилепиться и никогда не отлепливаться, потому что когда человек отлепливается и опять прилепится, есть свои сложности, и если это повторяется несколько раз, вообще есть проблема в семье. Вот мамки дайперс меняли, да, и вот прилепили дайперс и держится. Если бы каким-то причинам отлепили, еще раз прилепился, да, второй раз, а вот третий лепишь, а он не лепится. Поэтому очень важно быть прилеплен друг к другу и с Господом. Господи, повседневно. Что это значит? Мы не можем пойти из дома, не помолившись. Мы не можем принять решение, не понуждавшись воле Господней. Разные вопросы. Нитка втрое скручена. Муж и жена, вы очень любите и цените друг другом. И все у вас с Господом. Господь управитель вашей жизни. И тогда вы никогда не будете воевать друг с другом, а только тот, кто на вас будет восставать. Вы будете поддерживать друг друга. Вам будет тепло вместе, вам будет хорошо вместе, потому что вы прилепились, а это делал Господь, и вы дальше продолжаете держаться нашего Господа. Однажды у Давида был такой момент, сложности. Какой сложности? У него была ситуация, когда он должен, или он шел, чтобы одному человеку отомстить. И жена того человека, она вышла навстречу, и она, в этом был промысел от Господа, имела очень большую мудрость, совет от Господа, как остановить, чтобы этот Давид не сделал что-то такое, которое было против воли Господней. И она рассказывает, говорит, когда она его встретила, о его положении, о том, что он благословенный. И она рассказала очень такую деталь по отношению вот этого узла, когда мы увязаны, вкреплены с Господом. Я читаю стих Священного Писания, где вот эта женщина Авигея, я думаю, вы, кто читает Библию, догадались, по отношению Навала, она просила, чтобы, чтобы он не шел и не мстил, и не уничтожал этого человека. А затем она говорит 28 и 29 стих, там, «Прости вину рабу твою, Господь непременно устроит дом Господину твердый, ибо войны Господа ведет этот человек, и зло не войдет в тебя во всю жизнь твою». И дальше 29 стих. «И если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа Господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, и душу врагов твоих бросит он, как пращую». Ты тот человек, который любишь Господа, и душа твоя завязана в узле жизни у Господа. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы были в тесном узле, связаны с Господом. И восстанут враги, Господь будет поборать за вас, как пращая отбросит всех подальше от вас, чтобы вы жили тихо, мирно, спокойно, благословенно. Поэтому пусть Господь благословит вас крепко держаться Господа и всегда верить, что вот это дело, которое сегодня совершается на этом месте, это совершает Господь. Слава Богу. А теперь немножечко о таких правилах, условиях, которые мы не можем обойти. Мы очень должны сильно их принять в наше сердце, держаться, хотя они сегодня в этом мире не популярны, но они актуальны и властны в Церкви Господней и в семье. Значит, семья говорит о том, что Дина, Библия говорит, что ты выходишь замуж, да? Что муж будет впереди, а ты будешь замужем. Это так, да? Вот давай мы почитаем вместе Священное Писание, говорит, какая субординация, какой порядок семьи. 11 глава, 1 послание к Коринфянам, 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вы должны это знать. Если Христу глава Бог,
то тебе глава кто, Андрей? Христос. Иисус Христос, Он является твоей главой. Да, ты сегодня получаешь статус быть мужем и быть, ну, лидером, быть тот, тем, который отвечаешь, тот, который впереди, который, за которым последнее слово, но всегда оно будет эффективно, правильно работать в жизни, когда ты будешь иметь над собой главу. Это то, что мы уже практически об этом говорим, то же самое, что все вопросы, все, что в нас возникает, мы решаем с нашим Господом. Мы возлагаем упование нашего Господа. Дина, ты согласна, что он является главой для тебя? Да. И потом уже для вас вместе, ну, дети, они также будут уже подчиняться, обязаны просто подчиняться папе и, конечно, маме. Это очень важно, потому что сегодня, как я уже говорил, не все люди это воспринимают. И даже, ну, как-то я уже рассказывал такой случай или такое положение, когда одна миссионерская семья была в Корее, и их там представляли, на их языке звучит представление, ну, этих людей, вот это муж, а это женщина, которая живет в его доме. Вот, и когда они возвратились в Америку, то жена так похлопала по плечу и говорит: ну, дорогой, в Корее ты хозяин, которым я живу в твоем доме, но здесь наоборот. Но на самом деле в христианской семье не так, да? Муж является главой, ты понимаешь, что ты должна быть за мужем, да? И Священное Писание очень часто на это обращает внимание, когда речь идет по отношению семьи, что это важно. Когда Слово Господне обращается к семьям, и апостолы дают наставления для семьи, они всегда почему-то обратили внимание, в первую очередь, это что жены должны повиноваться своим мужьям. Когда есть согласие, когда мы понимаем, что так написано, такая вот, ну, такой порядок, такая субординация, но однако, когда приходит реальность жизни, случается другое. И порой сестрам нашим очень сложно подчиниться Священному Писанию. Никогда ни одна семья не получила благословения, счастья и покоя от того, когда они жизнь построили не так, как написано в Библии. Иногда, может быть, очень часто, жены на себя берут всю ответственность за все вопросы, которые Бог их не дает. Для них они очень тяжелые, они их не могут понести, они могут стонать, но никогда не хотят от них отказаться, потому что им кажется, что так правильнее и лучше. Вы знаете, как вот порой, ну, как ловят манки, ставят орех какой-то в сосуд и очень маленькую, вот маленькую такое отверстие. Она может туда просунуть ручку, взять орех, а уже его не пускает. Она его держит, и вот приходит хантер, ее берет, потому что она кричит, но она не может оставить то, что она взяла. Порой, когда семья нарушает волю Божью, и вот кажется жене, что вот если я буду решать все вопросы, будет все правильно. И оно получается, как в том положении, схватил человек что-то и держит. Ему нужно вытащить, а он его не может, потому что отверстие слишком узкое. Нужно оставить то, что является приманкой. Поэтому пусть Господь поможет, благословит тебя быть послушной своему мужу и быть покорной, потому что так написано в Священном Писании. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Очень серьезно, как Господу. А для тебя, Андрей, вот то, что мы задавали вопрос, любишь ли ты, по любви ли ты женишься, он остается всегда актуальным, этот вопрос. Библия говорит дальше о том, что мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Нужно очень понимать то, что в жизни любовь от Господа, которая уже у вас есть, она должна возрастать. И возрастает до того уровня, как Христос возлюбил церковь. Знаете, даже есть очень такое хорошее стихотворение, которое мне очень так когда-то, ну, тронуло мое сердце, оно остается очень таким, очень чувствительным. Оно обращается к жениху. Жених, ты счастья хочешь? Ну, конечно, да, ответит молодой на муж. А ты любить умеешь нежно? А ты сумеешь жизни груз на свои плечи молча взять и рядом с нею зашагать? О, если да, счастливая чета.
В этом суть вот этой любви, она заключается, что она должна быть так, как Христос возлюбил церковь. А Христос заплатил большую цену. Когда Он пришел на эту землю, фактически церкви не было. Церковь — это были люди, которые измучены грехом и находились в разных обстоятельствах, но Он омыл, очистил, Он совершил великую работу. И тогда вот эта голубица прекрасная, она была поднята из этой земли, и она стала украшением невесты Иисуса Христа. Поэтому, Андрей, любовь — это кропотливый труд, это забота, это созидание вот этого дома. Это не только построить дом, но имеются физические, внешние стороны, это духовная сторона, где, когда проходит время, и ваш дом — это место общения с живым Богом, это там, где вы прославляете Господа, там, где у вас есть ваш уют, покой, где вы проводите тот отрезок времени, который Господь позволил прожить на земле, и готовите себя до вечности, до вечного блаженства. Дина, Библия говорит о том, что очень большая цена и украшение для жены – это доброта. Вот ты будешь повиноваться не потому, что так тебя заставили, а потому, что ты почувствовала, что вот здесь и есть жилка Божьего благословения в твоем доме. Андрей будет искать все те пути, чтобы исполнить вот учение Священного Писания и любить тебя как Христос. А потом, когда будут вот эти, может быть, друзья заходить в ваш дом, а вы будете проявлять свою доброту. И не только по отношению к ним, а есть и нищие, и больные, и различные, может быть, обстоятельства, где нужно действительно их увидеть, заметить и помочь. Человек, который не имеет доброты, он пройдет мимо, ничего не заметит. Но добрая душа, она открывает руку, чтобы помочь. И чаще всего вот эти тонкости, где нужно помочь кому-то пожертвовать, а не свойственны женам. Да благослови тебя быть доброй. И, конечно, доброй в первую очередь по отношению к Андрею и всем остальным. Пусть Бог благословит тебя. Я читаю Священное Писание, об этом говорит нам Слово Господне. Это записано вот к Тимофею о том, чтобы жены при личном одеянии, со стыдливостью, целомудрием украшали себя не плотским, не плетением волос, не золотом, не женщинам, не многоцветной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Да благословит тебя Господь. Ну а теперь вопросы к вам. Ты обещаешь быть послушной и доброй женой. Андрей, ты обещаешь любить свою... Ты любишь ее так же, да? Но как Христос стараться, как Христос возлюбил церковь, так? Знак вашего обещания. Подайте друг другу правые руки. Дорогие друзья, это их согласие и это их готовность к тому, чтобы идти к молитве. Но еще до вас вопрос такой. Вы вот смотрите сейчас друг на друга, и ты видишь, что твоя возлюблена, она прекрасна. Дина, ты смотришь на Андрея, ты видишь, что handsome boy, да? Сам очень хороший брат, который Господь тебе дарит. Чтобы сегодня вы были здесь, вот такие красивые, прекрасные. Это была уплочена цена ваших родителей. Посмотрите сюда, вот сидят, может быть, уже не такие красивые. Или очень красивые, но уже не такие молодые. Они находятся здесь. И цена, чтобы находились здесь, это их труд. Это их забота, когда вы еще были совсем маленькие. Когда вы только поднимались на ножки, много падали, они проявили много терпения, чтобы научить, подсказать, выкормить. И чтобы сегодня находились здесь, это цена ваших родителей. Вы готовы благословлять ваших детей? Андрей, вот... Здесь родители Дины. Как ты будешь обращаться к ним, когда будешь заходить в их дом уже буквально, ну даже сейчас прямо? Мама и папа. Дина, как ты будешь обращаться к родителям Андрея? Мама и папа. Значит, это ваши дети. Сегодня ваш дом Господь дает сына, а ваш дом Господь дает еще дочь. И сейчас у нас будет молитва. И мы будем благословлять вас, и родители будут благословлять как своих детей.
не только Андрея, но и Дину, не только Дину, но и Андрея будем благословлять, молиться, и все эти друзья будут молиться за вас, чтобы состоялось это великое чудо Господне, чтобы сегодня двое стали одной плотью. Поэтому мы сейчас станем наши ноги. Если можно было поднести какой-то... Вообще-то здесь трава такая, что можно вставать на колени, да? Она же как коврик. Поэтому жених и невеста преклонят колени, и все мы идем в молитве к Господу. Мы призываем имя нашего Господа, и в первую очередь все мы молимся, а затем будут молиться родители невесты, затем родители жениха, а также потом будет молиться Дина и Андрей, и мы закончим молитву. Молимся. Хвала Тебе, Боже вечный. Хвала Тебе, пастырь наш. Аллилуйя Тебе, царь царей, ремин контал бет фрайдес. О, хвала Тебе, Бог наш. Хвала Тебе, Иисус Господь. Аллилуйя Тебе, раманту клеймин зол Божий. Аллилуйя Тебе, рамина кумина готы крамайна. О, вечный всемогущий Бог, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, рамин суфайда готы кимен. О Иисус, эрфада глори крамана кумин. Ора стабири геду клейби зо. Аллилуйя Тебе, Господи, аллилуйя. Аллилуйя Тебе, Боже великий, праведный. Ормен глайда стумине готе кимен. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, всемогущий Бог. Рамана клемина готе кимен. Хвала Богу нашему, аллилуйя. Добрый Господь, я благодарю Тебя и славлю за этот день, который Ты дал нам дожить, за эту погодку, которую Ты даруешь нам, Господи, слава Тебе, за этот час, который Ты определил, Господи, слава Тебе, благодарность за все милости Твои, которые Ты являл для нас. Благослови, Господи, Диночку, благослови Андрюшу, помоги, Господи, им пройти этот жизненный путь, ибо сколько трудностей в этой жизни, но дай им не терять надежды на Тебя, живого Бога, ибо от Тебя все исходит, и радость, и утешение, только в Тебе может успокоиться душа наша, Господи, пойди Ты с ними впереди, Господи, доведи их до цели вечной жизни, Господи, благослови их совместную жизнь, а Тебе пусть несется хвала, благодарность вечному Богу, Отец и Дух Святой. Аминь. Господь наш и Бог наш, Отец Небесный, я сердечно благодарю Тебя за все Твои милости, Господи, до сего места Ты нам помог. Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Я благодарю Тебя, Господи, за этот день, который, Господи, Ты также нам подарил. В свое время Ты дал нам Диночку, нашу доченьку, Господи. Она родилась, она была, Господи, благословением и утешением, Господи, нашим. Она почитала родителей, она боялась Тебя, Господи. Сегодня ее день бракосочетания с Андрюшенькой. Ты подарил ей, Господи, Андрюшу, муж, это дитя дорогое, Господи. Благослови их, я благословляю их именем Иисуса Христа. Пусть Твое благословение придет на них, Господи. Они стоят перед этим путем жизненным, Господи. Это только начало. И я прошу Тебя, пойди с ними, благослови их. Дай, чтобы они состарились вместе, чтобы они, Господи, в конце могли сказать, что Бог Израилев благословил их жизнь совместную. Боже, пусть милость Твоя будет над ними. Я благословляю их именем Господа нашего Иисуса Христа. Господи, будь между ними, благослови их. А если Ты будешь с ними, Господи, во всем они будут благословенны. Да прославится имя Твое, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Великий Бог, Боже наш, предстаю пред Тобой. Прошу милости и благословения. Боже мой, благослови, благослови, Боже мой, Андрюшу и Диночку.
Да будет Твое благословение в их жизни, Господи, умоляю, лицо Твое, Боже мой. Во всем, Боже, Ты будь с ними, пошли мир, пошли взаимопонимание, любовь, Господи, дабы они были счастливы, Господи, прошу Тебя, благослови, храни их от горя, от беды, Отец, умоляю, благослови, Иисус, я благодарю Тебя, Господи, за эту прекрасную погоду, которую Ты послал, за всех нас здесь собранных. Благослови нас в дальнейшем. Тебе хвала, великий Бог. Аминь. Творец Вселенной, Владычественный Царь, Господи, я благодарю Тебя, ибо было время, Боже, когда Ты дал мне семью, дал мне прекрасную жену. Господи, слава Тебе. Ты дал нам деток, Господи Боже, и до сего дня. Ты даровал нам, Господи Боже, милость, мудрость, Твое благословение, дабы, Господи Боже, взрастить нашего сына Андрея, Господи Боже. И ныне пришел день, Господь, Твой определенный, когда мы передаем его в Твои святые руки, Боже, ибо Ты есть наш Небесный Отец. Господи Боже, поведи дальше Ты его Твоей святою рукою, Владыка, опускай в их семье. Сохраняется, Господи Боже, этот чудесный мир и чудесная любовь Господня для этого, пускай они будут близко и очень близко к источнику мира и любви. Господи Боже, этим являешься Ты, Владыка Вечный. Господи Боже милосердный, пускай, Господь, ихний дом будет наполнен, Господи Боже, Твоим присутствием и осознанием того, что Ты есть Бог и Царь, Господи Боже, ибо только тогда эта нитка будет скручена втрое, Господи Боже, они смогут и будут способны пройти этот путь, Господи Боже, взирая на Тебя, начальника и совершителя веры, Господи Боже, пускай никогда они не забудут, Господи Боже, кто сочетал их, ибо им являешься Ты, Владыка Вечный, Господь, который даровал им эти чудные взаимоотношения, взаимоотношения любви. И пускай, Господи, верность друг другу сопроводит их в этой жизни. Отец Небесный, я благословляю Андрюшу, я благословляю Диночку, Господи Боже, пускай этот дом будет наполнен детским смехом, Господи Боже. Благослови их здоровыми детками, Господь, я прошу Тебя. Пускай, Господи Боже, этот дом, Господь, будет наполнен весельем, друзьями, Господи Боже, но только, Господи, с Тобой, вечный Создатель, Господь. Пускай, Господи, даже если им нужно будет пройти через какие-то трудности жизни, Владыка Вечный, Господи, будь с ними рядом. Будь с ними близко, Владыка Вечный, Господь Божий милосердный, пускай дом их будет наполнен всяким добром, Господь, они не имеют ни в чем нужды, Владыка, ну и тогда я осознаю, что это от Твоей святой руки. И поэтому мы их благословляем, благословляем от сердца, Господи Божие, ибо благословение Твое, оно обогащает и печали с собою не приносит. Господи Божий, пускай это благословение переливается через край, Господи, они дойдут к этой чудной, дивной, желанной вечности, которую Ты их призываешь теперь уже вдвоем и вместе со всей своей семьей. Мы благодарны Тебе, Господи, за чудо этого дня, этой погоды, Господь, за всех наших друзей, которые собраны на этом месте, Господи, мы благодарны Тебе и им, Господь, и пускай Твое благословение в обилии пребудет с ними. Тебе хвала, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Господь Бог мой, во имя Иисуса Христа я обращаюсь и к Тебе в этот час, Дух Святой. Я благодарю Тебя, Иисус, за этот день, который Ты мне даровал, Иисус. Я благодарю Тебя за каждую милость, которую Ты мне дал в моей жизни, Господи. Я благодарю Тебя за мою семью, я благодарю Тебя за моих родителей, я благодарю Тебя за Андреины родителей, которые приняли меня, Иисус.
Я благодарю Тебя, Иисус, за хорошую погоду, которую Ты, Господь, дарил нам, Иисус. Я благодарю Тебя, за подарок, который Ты мне дал в моей жизни. Я благодарю Тебя за Андрея, Господи, что Ты дал мне по сердцу моему. Я благодарю Тебя, Иисус. Во имя Иисуса Христа я обращаюсь к Тебе, Иисус, и прошу Тебя, благослови нас, Иисус, благослови нашу жизнь вместе, Иисус. Благослови меня, помоги мне быть хорошей и доброй женой и уважать Андрея и быть послушной всегда, Господь. Благослови, Иисус, нас, я прошу Тебя, благослови остаток этого дня, благослови нашу жизнь вместе, Господь. Я за все Тебе славлю и благодарю, мой любящий Господь и Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Отец мой. Я так благодарю, я славлю Тебя, Господь. Ты меня так благословляешь, Ты мне так много даешь, Господь. Ты мне дал прекрасную новую жену, Господь, в жизни моей, Господь, Ты дал мне Дину, Господь. Я так благодарен Тебе за это, Господь. Ты все благословляешь вокруг меня, Господь, за этот день, за погоду, за прекрасное время здесь, Господь. За то, что Ты дал мне таких прекрасных родителей, Господь. За то, что Ты дал Дине таких прекрасных родителей, которые ее выросли, Господь. Я так благодарен Тебе, Господь. Арбера ри кири бери либера алмана лай кири рибера лейбера албала лей кири бера гара лай. Ты достоин всей славы, Господь. Я хочу Тебе дать всю ее. Господь, я прошу, благослови меня, Господь, чтоб я мог всегда быть главой, Господь, чтоб я мог всегда держаться к Тебе, Господь. Я прошу, приди в нашу жизнь, Господь, чтоб Ты был в нашем браке. So that You stay in our marriage, Lord, we need You, Господь. Арбара лейбара алмана лай киририбара каралай. Господь, я не могу это делать без Тебя, Господь. То я прошу, чтоб Ты держал нас, чтоб наша любовь всегда росла и в Тебе, и между нами. Арбара ликирабара лайбара алмана лай киририбара лей, Господь. Я так благодарен, Господь, то, что Ты дал мне такое прекрасное, чудное, Господь, в жизни моей. Аминь. И он также является служителем. Я приглашаю вместе возложить руки и будем молиться, благословлять эту чету. Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, на руках молитвы, Господи, мы приносим эту новую чету брата Андрея и сестру Дину. Мы так благодарны Тебе, Господи, за этих молодых людей, Господи, Бог наш. Ты ими благословил, Господи Боже, их родителей. Они возрастали в доме, Господи, своих родителей, Господи. И Твоя забота, и Твое попечение, Господи, было о них, Бог мой, взращивай их, Господи, Бог мой. И сегодня это зрелые молодые люди, встретив друг друга и расположив друг друга, Господи, они пожелали, Господи, вступить в брачный союз. Кремено алмин фламай настумине готы кимен. Призри Твои светлые, Господи, небес, простри Твою, Господи, руку благословением. Покрой благословением Твоим, Боже. Мы нуждаемся и просим во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Да будут они, Господи Боже, сегодня соединены Твоим, Господи Боже, этим узлом криминальной, Господи, силы, Господи, и объединения. Пусть, Господи, это одно тело, пусть это одна семья, Господи, Бог мой. Она, Господи, пройдет по жизни, Господь, неся Твое благословение. Господь, открывай верхние источники, пусть они всегда видят небо открытым, Господи, пусть они, Господи Боже, переживают Твою благодать, пойди, Господи, пусть они будут созидаемы Тобою, Альфа и Омега, пройдя по жизни, Господи Бог мой, пусть благословение Твое будет, Господи Боже, достоянием их жизни, Альфа и Омега, Готер Файмин, благослови их наследием, Господи,
Господь, во всех обстоятельствах жизни. Господи, пусть они, Бог мой, молитве, прошение, обращаясь к Тебе, получают ответы. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Готр флай ментате крамина. Господи Боже, благослови Дину быть доброй помощницей. Благослови и помочь, Господи Боже, в служении, Господи Бог мой, Андрея. Благослови Андрея, Господи, быть добрым мужем. Господи, который заботится и печется о доме. Господи, пусть будут открыты Твои нижние источники, все, что необходимо для физической жизни. Благословляй, Готр Файмин, Алфа и Омега, Иисус Господь, да будет Твоя рука и милость над ими. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя за эту новую чету. Да будешь Ты прославлен, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь. Еще раз подайте правые руки друг другу, можно уже немножечко, потом чуть-чуть так вот повернись сюда. Дорогие друзья, братья и сестры, родные и близкие, папы, мамы, сестры, братья, сегодня 30 мая, 2020, да, 20-го мы имеем новую семью, не просто жених и невеста, а муж и жена, Андрей и Дина. Благослови вас Господь, и сейчас ты имеешь законное право поприветствовать твою возлюбленную. А теперь есть такое место Священного Писания. Вот много мы читаем советов, вот так пойдете, таким путем вот вы к этому придете, а вот таким путем вот это вы пожнете, а есть категорически. Red line. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Папа и мамы, на вас такая ответственность ложится. Вот до сих пор вы имели полное право, как родители, по отношению своей дочери, по отношению своего сына. Если не слушать, потребовать, чтобы послушал. Вот такие правила, условия, которые есть в доме. Но сейчас это новая семья. Это отдельное государство, которое будет свои законы, которое будет вырабатывать их. И уважая своих родителей, вы можете хорошо послушать их советы, что-то они где-то заметят, как имеющие опыт жизни, что где-то может вам что-то подсказать. Но однако последнее слово за вас. И если где-то в чем-то и не послушают, вы не обижайтесь, потому что отдельная семья. И, пожалуйста, если вы будете что-то им подсказывать, то только вместе. Никогда такого не должно быть. Диночка, а ну иди сюда. Ты знаешь, Андрей там подскажет. Никогда такое не делал. Или там, Андрей, вместе, вот вам вот мы хотели обратить внимание на то или другое. Тогда это будет правильно и хорошо. Сейчас мы сделаем роспись. Есть еще одно место Писания. Это слова благословения. Вот когда Бог давал законы для народа израильского и много различных постановлений, а затем Бог произнес благословение и проклятие. Проклятие мы никогда не читаем, когда не будешь слушаться. А вот благословение мы читаем, и там очень так красиво и хорошо записано. Я думаю, мимо. Минуточку, потом мы приступим к росписи. Значит, 28 глава. Вы дома можете прочитать, когда-то уже будете вместе, всю Второзаконие, 28 глава. Господь после того, когда дал законы, повторил законы, а потом говорит, если будешь слушаться гласа Господа своего и тщательно исполнять все заповеди, и Бог начинает перечислять, все благословения придут в городе, на улице, и там, и в другом месте. Затем написано, благословен плод чрева твое, плод земли твоей, плод скота твоего, плод волов твоих и плод овец твоих. Благословены житницы твои, кладовые твои. Благословен ты в ходе твоем, благословен ты при выходе твоем.
Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет тебе Господь благословение в житницах твоих, во всяком деле рук твоих. Благослови тебя Господь на земле, которой Господь дает, Бог дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым, как Он клялся тебе. Если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя, даст тебе Господь изобилие во всех благах, плоде чрева твоего, плоде скота твоего, плоде полей твоих на земле твоей, которой Господь клялся отцам твоим. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свое небо, чтобы она давала дождь твоей земле твоей во время свое, чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам брать не будешь. Вот это такие благословения, и духовные, и материальные, если будешь исполнять все заповеди. Если будешь исполнять все заповеди, ты сможешь выполнить все, что написано в Священном Писании. И по отношению к жизни общим, и что касательно по отношению к семье. Да благословит всех вас Господь. Пожалуйста. Пожалуйста. Состоялось бракосочетание. Мы благодарны Господу. Господь помог нам совершить это служение при прекрасной погоде. Дальнейшие объявления уже родители, но мы можем уже начать поздравлять их. И я имею это право сделать первым. Значит, брат Андрей, сестра Нина, Дина, то есть, сердечно рады за вас. Поздравляю, благословляю.